Вновь приветствую в своем уютном логове. Я Скагакалипсис. И это уже 14 глава настоящего аниме-гарема в Stardew Valley. И так как у нас сейчас воскресенье... О, урожай! Первый урожай. И не только первый, еще урожай. Стоять. Секунду. Позволь я... Да, мне же нужно вспомнить, какие подарки кому нужны. Я понимаю, что перцы точно никому не нужны. Из... Что со звуком? Игра? Фух. Я испугался, что она вылетела. Так вот, нужно перепроверить, кому что больше всего нравится. Так, перец никому не нужен. Я точно знаю, что старому ворчливому деду перец понадобится. Но есть нюанс. А нюанс заключается в том, что этот перец будет расти еще все лето. Поэтому давай я его продам. Без сов... Ага, продам. Перец, помидор, черника, дыня. Вот перец будет. Но это явно не что-то из урожая. Это редис. Вот редис чисто для галочки был собран. Ну и окей. Пусть. Я не буду на место него, наверное, ничего высаживать в этом уже сезоне. Но опять же, пока спринклеров нет, я не хочу тратить слишком много времени на все это дело. Как только спринклеры появятся, у меня огород резко начнет расти вширь и ввысь. И пугал сразу больше станет. А не только мы вдвоем вот с этим вот. Но пока этого не случилось, пока доступ к спринклерам для меня закрыт, я предпочту не тратить прям все свое время на это дело. Так, Лея любит салат. У нее, по сути, все закрыто. Мару любит клубнику, у меня клубника вроде как еще осталась. Так, Эбигейл и Эмили. К ним за любимыми подарками я спущусь в шахту. Пенни? Может быть, дождаться, пока дыньки вырастут, чтобы Пенни одарить? Я боюсь просто, что... Маловато будет. Ну, времени, в смысле, маловато будет. Короче, Пенни я, наверное, один подарок вручу, а следующий подарок вручу уже в следующую субботу, чтобы... Ну, иметь в виду, что если дынька вырастет, лучше я ей дыньку подарю. У Хейли подсолнухи, в том числе любимые, поэтому они скоро тоже созреют. Но ей пока, видимо, придется вручать алмаз. Меня жаба, конечно, ультра душит, но... Помимо жабы, есть еще и челлендж, который говорит, что мне нужно как минимум попытаться за судей успеть одарить, ну, в смысле, к себе приручить всех девушек этой долины. Десять утра уже. Полив, это, конечно, превосходная вещь. Сводит меня с ума. Причем буквально. Еще бы 10к набрать. Так, стоять. Клубника. Одуванчик для Пенни. Алмаз для Хейли. Салат для Леи. И перец просто остается. А нет, перец в этот идет. В клуб. Вот есть сортировка. Да, спасибо за подсказку.
Я не забыл про этот комментарий. Просто она мне, ну, не понадобилась. И здесь можно сортирнуть. Хотя зачем, казалось бы. Ну ладно, пусть будет. Так. Ну, вроде все. То есть сейчас одариваю всех, кого поймаю, после этого иду в шахту. Тут пусто. На самом деле я даже надеялся, что тут пусто, потому что я не хотел забивать себе инвентарь перед походом в шахту. А мне нужны два аметиста и какое-то количество, в принципе, любых красочных штук. Тем более я вот с доставкой могу сейчас проколоться. Ну что ты будешь делать? Зачем ты здесь вырос, душистый твой горошек, а? Так, Мару я не наблюдаю. Что ж... Здесь в урожайную. Да, и ради теплицы, возможно, имеет смысл и стоит сейчас заморачиваться. Насчет разведения животных, мне нужно бы подуспеть, действительно, с разведением животных. Так, горошек я ему продам. А Пенни, скорее всего, обитает сейчас в школе, ну, которая, она же библиотека, она же Василиса Петровна. Соседка. Нет, Пенни уже сетовалась. Испарилась. Ретировалась. Передислоцировалась. А тогда, может быть, я смогу найти Хейли? Она, по идее, должна где-то здесь сейчас праздно шататься. А, Лея, здравствуй. Салат-то я тебе еще не подготовил. А тут Хейли нет. Тут вместо Хейли... Подожди, а может она у себя в комнате? Я же могу сейчас проникать ко всем буквально девушкам в этом городе. Но нет, не судьба. Так, аллея куда идет? На побережье, что ли? Давай я сразу два салата куплю. И идем ловить Лею. Прекрасно. Да, Лея до троечки тоже уже разогналась. С Пенни все плохо, но потому что... О, Хейли! Прекрасно. Ну, я ее не разогнал, конечно, еще, но... Уже близко к этому. Так, ракушку брать не буду. Она того не стоит. Мне еще в шахту нужно успеть. По крайней мере, я надеюсь, что успею. Так, нужна Мару и нужна Пенни. Они вообще где-нибудь здесь вот по вечерам тусят. Это я точно помню, но... Ждать, пока они тут дотусятся. Я помню, что Пенни еще... То ли в трейлере обитала, то ли еще где-то. Она здесь живет, что ли? Нет? Или она деду с бабкой помогает? Нет? И я не угадал уже два из двух раз. И я уверен, что Мару сейчас не в клинике. Да. Я ничего не угадал. Совершенно ничего. А, вот и Мару. Подловил, подловил. Превосходно. О, Мару уже на четверочку выскочила. Пенни бы найти. Было бы так прекрасно. Но
Чё-то её вообще не найти. Видимо, придётся уже завтра его ждать. Шумару-то пришла на лавочку, а Пенни не пришла. У Пенни, видимо, очень важные дела. Ну тогда пойдем искать подарки для Эмили и для Эбигейл. Потому что... А, наверное, потому что... Я не буду продолжать. Ты даже не жди. Но, наверное, потому что мне нужны всякие аквамарины, аметисты и прочие прекрасности. 60 же, да? Да. Сразу и призраки обзавелись. Шерсть вот эта вот лазит тут. Ура. Чуть-чуть еще. Минус мышь и три лестницы у меня. Компенсация, видимо, за прошлые все разы, да? Так, не будем забывать, что мне требуются аметисты в первую очередь. Здесь я аметистов не вижу. Зато я вижу кучу мышей, с которыми я не хочу конфликтовать, чтобы не тратить на это время. Разумно и закомерно... закономерно, да. Закономерно будет просто отсюда свалить. А тут... А, тут чисто монстры. Есть такие уровни, где никого нет, кроме монстров. Правда, я такие уровни обычно видел только на первом этаже. И на третьем они гораздо опаснее уже. В таком виде. Быть осторожным. Ну, хоть золотишко поимел. Затанковал всех, ты глянь какой. Я прям крут. Даже нефрит заимел. Вообще, не нужно было этим заниматься. Нужно было просто подняться и опуститься обратно на 65 этаж. Но я ж не могу просто убежать от драки. Я так не умею. Это не про меня. Вот и получилось вот так вот. Не вижу я здесь никаких залежей аметистов. Ужас просто. Ни топазы, ни аметисты. Все это похоже, что решило от меня спрятаться. Да, уже 21.00, и я все еще ничего не добыл. Ну, в крайнем случае, что ж, придется их дарить кварцам. Ну, не кварцам, подожди. А, Эмили, и нефрит подойдет, кстати. А у меня есть нефрит. Ну, хорошо. Все, хотя бы для одной.
Хотя бы для одной лапочки все готово. Кофейное зерно. Ух ты! Кофейное дерево. Я посажу. Думаешь, я не посажу? Посажу. А то что оно? Ну, если зерно есть, значит, нужно кофе выращивать, правильно? Зерно дали, смотри. Меня положили семя. Я должен его прорастить. Я ответственный. Молодой чебурек. Готово. Ладно, мне предложили, я спущусь. Не вижу я здесь аметистов. Типа, на самом деле, с Эмили все действительно сильно проще. Потому что вот тут и топазы, которые я тоже... Это ж топазы? Да, все. Для Эмили все готово. Для Эбигейл... Все плохо. Видать, до осени я ее так и не приручу себе. Да, уже 23:00, надо валить отсюда. А то можно и остаться в этой шахте. Так, еще раз, Эбигейл, что у нас любит? Да, ей действительно особо ничем не угодишь. Хотя подожди, острый угорь. А если я не ошибаюсь, острый угорь есть сейчас в этом, в закусочной Гасса. И в таком случае на какое-то время я могу обеспечить острым угрём мою Эбигейл. Хорошо, давай так сделаем. По крайней мере, попробуем. А еще я забываю за грибами ходить каждый раз. Так, смешанный семен давай выбрасывать. Я посажу кофейное дерево, да. А его нужно сажать в перекопанную почву или можно так воткнуть? Ну, вот, перекопанная почва. Не знаю, удобрение ему нужно? Жрать оно просит? Ну, полить, наверное, надо. Пусть все растет вот тут на отшибе. О, время! Так. Сбросить, сбросить. Оставить, оставить, сбросить, 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 спать, 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 срочно, потом разберусь, а то я чуть не захворал. А, кольцо воина, вау, ура, круто. А из чего оно делается? Ну, с фермерства я хоть наполучал денег. Дождь, я слышу дождь. А, кайф. Ничего не нужно поливать. Зато можно собирать маки. Кто любит маки? Кто-то любит маки. Кто-то очень любит маки, я помню. Пенни. Пенни, как хорошо, что я не подарил тебе сраные одуванчики. Ты же любишь маки. Они, правда, разных цветов все. Это проблема. Но это небольшая проблема, честно. Так, давай одуванчик я все-таки положу на всякий случай. Золото вот это все сложу. Уголь сложу, кварц сложу. Ой, я забыл продать кристальный фрукт, да и хрен с ним. Три цвета маков я оставлю. Красные, нет, подожди, белые. Белый мак я в первую очередь подарю, я не знаю почему. Потому что мне нравится белый цвет. Вот. Нефрит я продаю. Так. А всем нужно пока дарить. Пока нужно дарить всем. Поэтому нефрит для Эмили, мак для Пенни, салат для Леи, клубника для Мару. Абигейл будем искать хороший подарок. А для Хейли подсолнух, как только он вызреет.
Прекрасно. Я обожаю дожди в этой игре. О, они такое удовольствие доставляют. Безумное. Так, это 4 подарка. Цветы и внимание. Что за буква? Что это за буква? Что вы мне хотите этим сказать? Граждане Джунима, я знаю, что это вы. А, я думаю, куда я дену свое время? Действительно, лейку я буду возвращать, вот куда я его дену. Почти 10 тысяч, кстати. У меня осталось время... Ой, время, у меня скоро будут деньги на полное расширение инвентаря. Тогда я уже буду себя чувствовать замечательно. Так, а сейчас кому в первую очередь нужно пойти? Может, к Лее? К Лее я вроде смогу уже заходить. Вроде бы. Вот этот алкаш ходит с утра. Очевидно, радуется тому, что может ходить. Все еще. Ну еще, ноги не отсохли. Пока что. Ну, это временная мера. Так, острая ягодка. Сладкая, вкусная. Ну, Лею я сейчас подкараулю. Да. Будет заперто до какого-то момента. Наверное. Ну, можно? Можно? Уже можно? Или еще нельзя? Да, нельзя. Что ж. Подожди, а Пенни разве не отсюда? Нет, это Марни. А вон они шорты! Вон они шорты, вон они! Я их вижу. Ну как шорты, это семейники. Типичная, стандартная скуфовская модель. Ладно, я к Эмили смогу войти. Она меня точно впустит, она, я у нее на первом месте сейчас. Точнее, она у меня... Ой, что? Я никак не могу открыть эту банку. Давай, Хейли, ты сильная и независимая, давай. Удачи с открытием банки. Это ты, Дэвид, правильно? О, надо ж, она запомнила мое имя. Слушай, у тебя ведь сильные руки? Да. Здорово, тогда эту банку ты откроешь без проблем. Где? О, я попал! Я в тайминге попал. А ты сильнее, чем кажешься. Действительно, блядь. Спасибо. Да, всегда пожалуйста. Она, конечно, такая, скажем так, нормисная, но в принципе сойдет. Вот. Сейчас Эмили... О, семерка уже у Эмили. Вот это уже, конечно, мощно. За окном пахнет едой. Черт. Наверное, после записи надо будет пойти хотя бы что-нибудь заточить. Так. Точно, 10 Умару день рождения нужно... Так, какое ему... какая медная руда? Окей. Возьму на заметку, может, выполню. Это значит, что Умару можно будет на этой неделе вручить 3-й подарок. Главное не забыть. Послезавтра. Послезавтра. Да. Куда я поперся? Мне нужно найти еще и Пенни. Пенни, наверное, в школе. Наверное. Надеюсь. А, ну да. Вчера же ее там не было. Воскресенье было.
А, здравствуй. Пойду обратно в дом, просто хотелось немного тишины. Ну, тогда тебе, любимый твой... Вот, все, теперь до трех сердечек разогнал уже точно всех. Теперь нужно поймать Мару, нужно поймать Лею и идти за аметистами. За моими превосходными аметистами. Ну, или найти угря копченого, соленого, сушеного, перченого. Если он будет в магазинчике Гаса, я буду просто в восторге. Потому что, по-моему, там был угорь. Ну вот сейчас мы проверим. Лея. Леи нет. Может, она гуляет? Может, нет. А может, она дома? А может, нет. Она такая, та еще хипарша. О! Что ты тут делаешь? О, привет, Дэвид, входи, входи. Ты же скульптор, правильно? Скульпторша. Скульпторка. Скульптаресса. Неважно. Главное, девушка, которая занимается скульптурой, да. Подойди-ка сюда, смотри. Видишь, я раскрываю сущность дерева. Ты избиваешь дерево молотком. Это называется пытки, это запрещено Женевской конвенцией. Когда избавляешься от наружных слоев, обнажается истинная природа. Мерзким голосом. Ну что, целуемся? Что за... Отвратительно. Ну, пусть будет с людьми то же самое. Что? А, да, совершенная правда. Первый раз увидела эту долину еще маленькой девочкой, когда у родителей был здесь отпуск. Я знала, что когда-нибудь должна сюда вернуться, у этого места огромный художественный потенциал. Хотя должна признать, сложно прокормить себя одними художествами. Черт, ты даже не представляешь, как я тебя понимаю. А похоже, в Лею я теперь тоже влюбился. Да, кстати, выставка работ в городе. Интересная мысль. Так можно будет сделать из пеликана город искусств. Да, самое главное, чтобы это не получилось как с храмом искусств в Нойте. Это 6-й этаж, и там огромное количество мерзких чудовищ. Надеюсь, так не будет. А вдруг никому не понравятся мои скульптуры, это меня сломает? А я могу здесь сказать, что типа... А, надо будет об этом подумать. Ну, спасибо за визит, Дэвид. Да, большое пожалуйста. Надо было сказать, что типа мне понравятся твои скульптуры. Здравствуй, здравствуй. Четверочки нет? Нет, пока еще нет. Еще не заслужил. Так, теперь Мару, а потом в шахту. Я, честно, короче, если ты думаешь, что я очень плохо озвучиваю персонажей, я не пытаюсь. Ну, в смысле, что я не пытаюсь изобразить голос девушки, я не пытаюсь слишком вытягивать, я не пытаюсь делать слишком большой разброс по тональности, просто потому что, ну, хочется немножечко расслабленного геймплея. Да, нитки. Да, я вся из себя нитка. Прям ниточный весь. Да. Ой! Мару слилась с ковром, замаскировалась. Ну и все, теперь Эмили нужна, Хейли нужна, и Эбигейл, и Пенни нужно много всего. Для Пенни у меня есть маки, для Хейли будут подсолнухи, для Эмили будет топ. А для лапочки Эвигейл нужно искать аметисты с киркой наперевес. Друзья хотят покушать.
Пойдем, приятель, в лес. Давай с 70-го сегодня начнем. Так, проход есть, но мне нужны аметисты. Я здесь исключительно заметил. А, я вспомнил, почему я не хочу на 70-й этаж, потому что тут скелеты. Да уйди от меня, противный. Ты медленный и тупой. А я в данном случае хотя бы быстрый. Ну тут много железа, но черт с ним. Правда. Может 50-й? Да, 50-й нормально. Давай. Я точно помню, что здесь аметисты водятся. А может больше аметистов... А вдруг аметистов водится больше на нижних этажах? Я просто не помню этого. Ну, в смысле, что я... Я не заучивал все это. И поэтому есть вероятность, что... Я еще не там. Зимний корень. Кстати, это тоже штука, которая... А, нет. А, я ее уже сдал. Точно. Хотя знаешь, да, наверное, стоит лезть просто вниз. Мне кажется, что аметисты я найду именно на нижних этажах. В больших количествах. Я точно знаю, что здесь много алмазов, но... Предполагаю, что и аметисты найдутся. Хотя, может, и не найдутся, если я даже вниз пробиться не могу. А, вот могу. Ага. Лестница мне перекрыла проход к бочке. Мышь вулканическая, что ты меня бесишь? Не доводи до греха. Вот они. Пусть будет два. Пусть будет два, ура! Все, превосходно. Можно подниматься будет наверх, но я давай спущусь до 90-го. Попробую. Попробую углубиться. А, точно, я же могу... Я же хотел еще угря поискать. Ладно, давай. Если я быстро не прокопаюсь... А я, походу, не прокапываюсь быстро. Тут еще мышь мешается. Ладно, ладно, ладно. Давай наверх. Подожди, золото. Не ладно и не давай наверх. А, ладно, там слизень. Давай наверх. 7 пятниц на неделе. Воистину. Идем. Все, просто идем наверх. Идем проверять. Ну, нужно поймать Эбигейл. Кстати, она может быть еще дома. Или не дома, или... А она где угодно может быть. Но если она дома, я к ней не попаду. Там же этот чертов магазин, в который я не пролезу. А я хочу не в магазин, я хочу к ней домой. В ее комнату. Может быть, даже поиграть с ней. Ну, в того самого ковбоя. Бибопа. Ага. Ладно, идем в бар. Если я там найду сейчас угря, я буду просто в истерике от восторга. А если я тут найду еще и Эбигейл, а, конечно, размечтался. Нет, омлет. Но, по-моему, было другое. По-моему, был угорь все-таки. Эбигейл. Я знал, что найду тебя здесь. А не в смысле, что ты предсказуемая, а в смысле, что... Я знаю, что я просто супер. Я знаю. Все, 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 уже близко. Уже прям все потихонечку разгоняются в мою сторону. И завтра осталось додарить всем подарки. И цветы, и внимание. А кому-то действительно и цветы.
Только Хейли останется с подсолнухами, но они, по-моему, уже все, они уже почти вызрели. В крайнем случае, одарю ее нарциссом и... Стоять. Эй, два камушка, что ли? Ну ты, конечно... С юмором у тебя все не очень хорошо, я смотрю. Так. Это все ресурс. Так. Аметист. Маг. Клубника это на 10 число. Аметист и маг. Аметист и маг. И... Топаз. Все. Все заготовлено, можно отдыхать. Да, я сегодня прям высплюсь. Хочу отоспаться. Хочу. Котя! Ну, Котя! Ну, Котя, что ты посреди... Ну, посреди дороги, ну смотри, ну что ты делаешь? Так напоминает всех моих котов, которые просто посреди дороги ложатся и такие... Перешагивай меня. Ну, я в реальности-то могу перешагнуть, а здесь... Пришлось чуть подвинуть. Навыки почему-то не улучшились все еще. Че расскажешь? Переверни это письмо, чтобы узнать рецепт супер полезного блюда. Энергии у тебя будет хоть отбавляй, увидимся. Рецепт красное блюдо, Эмили. Слушай, Эмили мне еще и рецепты хрючего подгоняет. Я ее все больше и больше обожаю. Это ж не первый раз, когда она это делает. Подсолнухи. И там еще какие-то эти... По-моему, звездоцветы, кажется, они называются. Ну все, Хейли тогда тоже будет одарена сегодня. Подсолнухи надо будет запасти, самое важное. Как и маки, кстати. Хотя нет, маки, черт бы с ними. Не буду их уже пересаживать, а вот дыньки, да... Деньги я запасу. А чё это я перешагнул половину кустов? Ну это моё любимое. Промазывать мимо всего. И дыра его кофейная. Я не знаю, зачем я его посадил вот там на отшибе, но... Уже посадил. Не знаю, ну сказали дерево. Ну дерево это штука, которая сначала вырастает, а потом все. И все хорошо. Она сама потом себя поддерживает. Так, это я все соберу. Давайте сначала дополиваемся. До истерики. Ну а потом снова придется тащиться в шахту, потому что мне нужно завершить начатое. Строго говоря, мне вообще-то нужно... Мне, возможно, нужно просто здесь все дозасадить. Скорее всего, дыньками. Я просто найду самое дорогое, что есть. Потому что оно, по-моему, будет самым высоким окупом. Ну, по логике вещей. Лёсник какой-то. О, тут подсолнух этот самовозобновляется. Ну окей. Раз ты так хочешь, я тебя высажу здесь. Опять. Ну, не весь, конечно, но... Хотя можно и весь. Получается 8, 16, 24, 22 штуки мне нужно каких-то семян добыть. Обычный подсолнух я оставлю. Так. Летний узелок не идет сюда, а вот в отборный... Нет, подсолнух тоже не идет. А куда он идет? В красочный? Да, в красочный.
Тогда нужно оставить... Ну, все я обычные оставлю подсолнухи. А, все, которые со звездочками, продам. Хорошо. Так, зачем мне что-то оставлять здесь? Я, получается, продаю вот это. Плесники вроде никуда не нужны. Да, они никуда не нужны, они просто продаются. Ну и хорошо. Подсолнухи, получается, я оставляю всего две штуки. Две штуки откладываю. Один пойдет в клуб, один пойдет на подарок. Идем одаривать. И 22 чего-нибудь закупить. 22 чего-нибудь. Запомнили. Ягодка. Виноград. Свиноград. Эй. И высажу тогда все сразу. А завтра еще и Мару одарить можно будет. Да, я профукал задание Клинта, да, на самом деле, черт с ним. Это не страшно и не критично. Так, виноград я продам. Так, что из этого самое ценное? 12 дней, 80 монет. Тут 7 дней, 100 монет. Я не помню, сколько мне принес маг. Кукуруза. Ну, кукуруза у меня высажена. 200 это... Знаешь что, давай я подсолнухами все засажу, чтобы можно было ими это... Просто чтобы лето было безумно подсолнечным. Ну а чё, я могу. Тем более, что у меня там все засажено. Пусть будет подсолнуха миллиард. Тем более, он сустейнится просто как не в себя. Все, Эбигейл. Задарили. Да, пусть подсолнухи будут. Все, я буду весь из себя такой подсолнечный. Эмили. У нее уже почти восьмерочка. Уже почти все. Я, кстати, должен по-хорошему вообще-то пойти и погуглить, а через что мне добивать-то вообще все это дело. Ну, в смысле, там же амулет нужно купить, нужно просто проверить, где и в каких обстоятельствах он покупается. Я помню, что у этого, у какого-то призрачного капитана на берегу в дождь, а вот в какой сезон, я не помню. То, что я в дождь туда уже ходил, и там его не было. И я это запомнил. Поэтому нужно проверить. Все. Ой, Пенни, привет. Занималась Жан с Винсентом. А, вот кто такой Винсент. Это ж пацан тут мелкий, да? Так, Хейли нужно поймать. А где она будет? Она вроде мороженое тут точит. Пытается отточить, по крайней мере. А почему сегодня не работает мороженое? Не знаю. Не хочет работать сегодня. Говорят, это... Ну, она может еще шататься по всяким побережьям. Да, вот она. Да, твоя любимая. Все, прекрасно. Идем досаживать подсолнухи. И сегодня, в принципе, на этом можно закончить. Продуктивная выдалась неделька. Опять же, главное, чтобы на следующий день не забыть про днюху Мару и вручить ей еще одну клубнику. И нужно поскорее выходить на аккумуляторы, потому что... Ну, потому что одаривать Мару алмазами, это, конечно, замечательно и превосходно, но это будет очень дорого. Я постараюсь как-то оптимизировать... этот процесс. А тут еще разговоры с ними. Ну да, наверное, разговоры что-то дают, но подарки важнее, наверное. Вроде как. Что ж. И мне кажется, я Мару смогу до 6 сердечек довести, если
если я ее любимый подарок подарю в ее же день рождения. Но сейчас мне нужно что сделать? Ой, я в клуб забыл сходить. Ладно, сейчас схожу. Вот прям сейчас я схожу. Да, все, я все засажу подсолнечником, потому что он как будто бы должен быть, во-первых, прибылен. Во-вторых, а почему бы и да? Я могу себе позволить. Тем более, что у меня есть одна, как минимум, подруга, которая его обожает. Так что мне будет куда его деть. Даже в таких количествах. Хотя в таких количествах по-хорошему нужно еще и дыню высадить. Тоже для Пенни. А сколько тратится? 85. 84. А, по единичке всего. Не так уж и ужасно. Хотя, опять же, даже по единичке, когда ты под сотню грядок выкашиваешь, высаживаешь и выполиваешь, все равно выходит много. Так что я думаю, не следует быть слишком наивным по этому поводу. Ну и сегодня, да, можно будет отдохнуть, лечь пораньше. Прям это спаться. Прям с этим. С запасом. Жаль, конечно, что тут нет никакого запаса. И стоять вообще-то в другую сторону. Ну, утиное перо уже будет добыть сложнее. Гораздо сложнее. Так или иначе, да вроде как у меня огромное количество вкладов в будущее через те же самые подсолнухи. Которые, кстати, сейчас уже и продадутся. По-хорошему. Я же там какое-то количество их сбыл. Жаль Линуса, все его осуждают. Просто такой стиль жизни. Хотелось бы каждый научился принимать других такими, какие они есть. Ну, хз. Ну ладно, мне тоже подходит стиль жизни Линуса лазить по мусорникам и собирать всякие объедки, в принципе. Не мне его осуждать, енотовидной собаке. И так, все, да, на сегодня можно закончить. С чистой совестью. И, кстати, посмотреть, что... Что, я подниму что-нибудь себе сегодня? Нет, ничего не поднял, хотя... В плане сумм, подсолнухи... я понял, в чем смысл. То есть подсолнух с первого раза не окупается. Но подсолнух, так как его можно высаживать постоянно и собирать семена, он окупается в долгосрок. То есть в начале лета то, что я его высадил, это хорошо. Это хорошо. У меня еще 3 урожая его будет. Плюс я им буду засаживать освободившиеся места. Ладно, сойдет. Грустно, но сойдет. Сорняки? Оу! Будем разбираться в следующей главе. Мне уже сказали, что тут сорняки, что они разрастаются, что их нужно устранять, а мы устраним. Так что никуда не уходи. Я заварю нам чаю.